конечно, путь на дачу лежит через всякие магазинчики, через строительные, не строительные, но сегодня пока не буду ничего показывать. То есть купим еды, зайдем. Загляни. Модный магазин, любим в светофор заезжать тут на дачу. Яника нет, Яника раньше еще, вот, а в тележку. А тележки нету. Вот что я увидела, надо попробовать. Мы обычно ставим такие спиральки, а это вот антимоскитная свечка, короче говоря, на улицу, на дачу. Что возьмем? Я маньяк всяких коробочек таких. Не могу. Но я не буду брать, у меня их много. Всякие гели, шампуни, что-то я сухой почему-то я не прочувствовала, не знаю. Я люблю мокрые. Вот эти штуки. Просто бомба здесь. У меня уже два. Они еще стоят хорошо. Вот. Гиалуроновый и вот такой. Я причем покупала это в офф-прайсе, то есть в стоковом магазине. Он намного стоит там дороже. Первый я купила в стоковом магазине, потом увидела здесь. Конечно, я быстренько накидала себе еще. Мне понравилось. Камертон. Камертон вот мне понравился. Музыкальный гель. Та-да-да! Любимый отдел, и я вижу здесь маму. Меня боюсь класть, мне как оборвется. Боишься? Я много наложила и держит этот пакет, он хорошо держит. А, тут а вот и форель, чего? Там горбуша всякого лежит тут. Ой, взяли яйца. И мама тут взяла вкусняшу. Не! Лайфхак, чтобы не чистить картошку. Говорю, лайфхак от нас, да, чтобы не чистить картошку. Не надо ничего понимать. Мы берем картофелину на дачу. Как ты тут? Не соскучился? Много. Много не соскучился. Много тут всяких этих было. Надо на дачу, а то там ничего нету. Потихонечку все сейчас соберем. Так.